Всем привет, меня зовут Деса, и сегодня я буду с помощью роли полицейского воровать машины обычных игроков. Я думаю, вы сами знаете про данную рубрику, так что затягивать долго не буду. Всем приятного просмотра. Все? Они пристрелить меня хотят. Бегай, бегай за мной, давай. Как собачка, ну-ка. Че встал-то? Репорт написал, походу. Ай, сука, машину забрал. Прости, челик, это пранк. Да вы чё, блядь? Ты чё меня пиздишь? Ты чё, блядь, пиздишь меня, блядь? Вообще охуел. Ты чё, блядь, на меня нападаешь? Сука, не трогай его. Все, пули на меня нападал. Заебал. Да, блядь, сам на меня нападать начал. Вообще пиздец. Так, выезд на встречную полосу. Опа, нарушение, значит, выезд на тротуар. Ну-ка, стоять. Выезд на тротуар был зафиксирован. Сука, стой. Что это за хуетень такая гоняет? Блядь, за мной едет эта хуйня. Я не знаю, как это назвать. Это хуйня какая-то, блядь. Гони быстрее, блядь, Никитос, сука. Надо сейчас здесь у них тачку свистнуть, вот эту. Вот у них прям свистнуть, сука. Есть! Я тачку у них спиздил! Ес! Сейчас... Сука, да вы как меня убиваете-то так, а? Вот вы думаете, все так просто, что меня убили, и я каким-то образом окажусь обратно в полицейском участке. Но я вам скажу, все не так. Каждый раз, когда меня убивают, мне приходится арендовать автомобиль и хуярить туда, чтобы взять новую машину, чтобы опять экипироваться, чтобы меня опять ёбнули, сука. Так что, пожалуйста, за это поставьте лайк и подпишитесь на меня. Для вас все же стараюсь. Мусором тупым назвал меня. Блять, чё, погоняться хочешь? Погоняться хочешь? Серьезно, в натуре. Что это такое? Вообще охренел. Взял, оскорбил и уехал. Без доказательств, без пруфов. Интересно, что будет, если я сейчас тачку... А, ну-ка, стоять, Данил, это ты тот самый хуесос, который меня оскорблял, сука. Стоять, блять. Вы зачем меня оскорбляете? Ты где? Какое оскорбление? Вы бредите? Ты сказал, что я мусор. Во-первых, не ты, а вы. И, во-первых, вы будете уволены. Вы меня просто так оскорбили. Ну что? Что ты мне сделаешь? Такой тупой, ёб понимаешь. Бля, я ему денег даже давать не буду. Пошел он нахер, вообще такой ёбнутый. Вот эту вот, пожалуй, возьму. Стоять! Что такое? Я вам ничего не сделал, так что дайте мне уехать просто. Ты шо, охурмел? Куда хаммер мой потащил? А этот рядовой не понимает, что происходит. Ладно, я по другому пути сейчас выйду. Рядовой сюда бежит. Зачем вы это делаете? Денег нет. На металл сдать хочу. Ладно, я сейчас возьму вот эту машинку тогда. Я уже поехал. А ну стой, ты что творишь? Понимаете? Такая ситуация у нас. Денег нету. Давай фокус. Какой? Достал волшебную палочку. Жух, неплохой такой фокус. Охуеть вообще. У меня тачку взяли, спиздили. Давай еще фокус. Достал волшебную палочку. Жух. О, нихуя себе. Волшебник, ты что? Ты Волан-де-Морт. Вот. Вот что я так долго ждал. Сейчас я у них тупо машину спизжу. Бежит. Бежит. Бегите за мной, давайте, беги. И беги. Алло, куда? Пидорас. Стой, блядь. Держите, ребят, вам машину обратно. Работяги, я их просто... Мне просто работяг жалко, понимаете? Просто игроки, которые работают. Я как бы не переношу того, чтобы им мешали как-то. Чё, блядь? Подожди, стой, стой, я у него тачку сейчас спижу. Он еще помер, блядь. Братан, я у него тачку спиздил и походу прибил еще, задави. Все-таки я не понимаю людей, которые не понимают приколов и на полном серьезе хотят меня слить. Я хотел им дать денег, но они ведут себя крайне токсично. Ну забрал я машину, так я вам хотел ее отдать, если вы побегали чуть-чуть. Эмоции свои показали, реакции как-то там вызвали. Я же и не забирал полностью, я просто оттащил ее подальше от вас. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Десай. Смотри видеоролики, которые сейчас будут здесь на экране. И всем до завтра.